Более 100 спортсменов-динамовцев из Бреста, Витебска, Гродно, Минска, Пинска, а также представителей Брестского областного училища Олимпийского резерва, Дзюшор номер 7 города Бреста и Белозерска. Такое количество заявленных участников – ответ на вопрос о том, насколько популярен этот вид спорта, как пулевая стрельба среди молодежи. Попытать счастье, а это именно так, весь стрелковый спорт непредсказуем. Собрались ребята с хорошими данными, занимающиеся под чутким руководством опытных наставников, среди которых мастера международного класса. Профессионалы тоже на площадке, чтобы поддержать воспитанников, дать последние наставления перед серьезным состязанием. Мне как тренеру кажется, что детям это интересно. Стрельба, ну, этому способствуют, наверное, различные сейчас сериалы, которые идут. Дети это смотрят, интернет все это продвигает. Конкретно интересует детей стрельба. Есть, многих интересует боевое оружие. Пулевая стрельба, конечно, это еще далеко не боевое оружие, но навыки и практика это дает очень большому многим. И в дальнейшем дети поступают, знаю, в военное училище, особенно мальчики поступают в военные. Есть девочки, которые желают поступить в милицию, академию милиции. И поэтому как бы, стрельба набирает обороты. В этот спорт чаще всего ребята приходят в возрасте 11-12 лет. Причины, как отметила мастер спорта Евгения Галуза, самые разные. Первоочередная задача тренера в работе с подростком – развеять мифы о кажущемся бездействии в стрельбе. Вне зависимости от выбранного вида оружия, следовательно, и положение туловища в деле важно все. Крепкие руки, спина, психологическая устойчивость, умение сконцентрировать внимание, контролировать эмоции. Тем, кому удастся справиться со всеми этими задачами, можно рассчитывать на успех. Очевидно, ребята, участники спартакиады в деле знают толк. Теория плюс регулярные практические тренировки, результаты не заставили себя ждать. Высокий уровень в стрельбе показали все молодые спортсмены. Во многом поспособствовали и условия проведения мероприятия. Брестская областная организационная структура «Динамо» традиционно принимает данное соревнование. В организации отличная база для проведения данных мероприятий. И надеюсь на том, что наши динамовские команды выступят сегодня замечательно. Болеть, конечно, будем за Брест. Очень рады будем, чтобы через некоторое время вот этих спортсменов мы видели, во-первых, в вооруженных силах, в наших ведомствах. Желаем удачи. Мы рассчитываем, что динамовцы покажут себя хорошо. Естественно, надеемся, что победа будет честной. В спортивной борьбе победит сильнейший. Спартакиада «Юный динамовец» давно ставшая традиционным состязанием. Хороший способ для ребят проявить себя, обнаружить недоработки, чтобы в будущем показать еще более высокий результат. Тем, кому на этот раз не улыбнется удача, смогут с новыми силами попытать счастье в следующем году.